Кто это у нас тут пришел? Это все в снегу. Привет! Всем привет! Ух ты! Вау! Это ты раскрашивала своего любимого Бэби Йоду. А это еще будешь раскрашивать? Молодец! Молодец! Девчонки, как дела? Как в школе? Скоро каникулы? Дай пять. Ай, холодная такая. Это последняя неделя, кстати, ребята, и у нас каникулы. Поедем на лыжах. Поедем на лыжах кататься. Ты поедешь на лыжах кататься? Смотрите, ребят, что случилось с нашим бэбиком. Смотрите, вот мы его испекли. Но, наверное, мы что-то не так сделали. Это Каролина вчера лепила своего Бэби Йоду. И мы его испекли, а он, видите, вот так вот все по частям. Наверное, мы что-то не так сделали, мне кажется. Теперь эти уши для Ксюши. Уши для Ксюши. Так это не рога, а уши, блин. Ну где вот твои уши? Вот пониже, на свои уши. Вот так. Во. Это как? Это рога. Бедный Бэби Йода, посмотрите, голова оторвалась. Оторвалась, ручки оторвались, ножки оторвались. Что теперь с ним делать? У Марты ее. Он говорит, прибить гвоздями. Забить гвоздями уши. Положили ореха нового. Людмила, будешь клубничку? Нет, вот это не дает. Попробуй, она очень вкусная, кстати, ребят. На удивление, клубника реально сладкая. Очень сложно в зимнее время найти клубничку, чтобы она была вкусная. Так, попробуй. Нет, ли какое мороженое, оно должно замерзнуть. Убери на место. Папа забыл убрать мороженое, он купил. Посмотрите, оно все мягкое. Нет, оно жидкое. Мороженое надо кушать замороженное. Это же мороженое, но замороженное. Ребята, нас сыпет второй день опять. Снежочек. А кто это хочет погулять, а? А кто это хочет погулять? Пойдем гулять? Бонь, пойдем гулять. Ну что, ребят, сегодня мы в школе будем смотреть фильм. Сейчас я буду собираться. Я с собой возьму моего единорожка. Всегда перед каникулами мы смотрим совсем классным фильм. А кто фильм выбирает вообще? Мы все вместе. И какой фильм будете смотреть? Ну, там какой-то низкий. Вау, я еще никогда этот фильм не видела. Понятно. Ну, короче, Маргарита хочет взять этого единорога с собой. Моя подружка тоже с собой возьмет единорога. Бедная, она сейчас его будет в пакет сувать. Давай, суй. Он месяца. Ну, наверное, голова будет торчать. О, так. Ты на нем будешь сидеть? Тебе придется сверху еще пакет. Еще возьми пакет, чтобы он не намок. Там дождь идет. И переворачивай потом его. И он не промокнет у тебя. А завтра есть уроки? Да. Последний день? Да. Круто. Капюшон, капюшон в капюшон. А шапочку? Это мой телефон. Ладно, все, давай. Удачно вам посмотреть. А попкорн не надо? Я взяла с собой. Взяла? Круто, мы вот не смотрели фильмы в школе. Да вообще. Садись, поехали. Вместе со мной поедешь? Поехали. Ну поехали. Давай, я тоже поеду. Макс, поедешь? Да. Кто со мной поедет? Я хочу. Давай. Нет. Так, девчонки еще решили проехать.
Она ее за ногу поймала. Хитрый какой. Давай. Ты скатывался, ты неси. Нет. Давай. Не хочу. Макс, нет, давай, неси. Она легкая. На самом деле она очень легкая, ребят. Вот этот пластик, он очень легкий. Тазик. Давай, поехали. Пойдем, то есть. Пошли. Ксюша хотела, между прочим, сейчас домой идти, но ей понравилось, видимо, она будет кататься дальше. Так, мы тут сидим, решаем примерчики. Ребят, Маргарита вернулась из школы. Вот, смотрите, я сейчас вам покажу, какие примеры они решают в 6 классе. Где ты решаешь? А, вот это. Вот, вот такие вот примеры они решают в 6 классе. Вот. И у нас тут спор идет сейчас. В общем, Маргарита решает способом столбиком, которым вот я ее научила, которым я решала в школе, которым меня учили. Но у Маргариты в школе учительница, учитель. 8 раз. Она говорит, что нельзя. Ну, не то, что нельзя, она, в общем, пытается ее переучить, пытается каким-то другим способом, которым они решают. И я как бы это, я считаю, что неважно, каким способом ты решаешь, самое главное, чтобы ответ был правильный. Но вот ее учительница, она все-таки с ней спорит и постоянно пытается ей вот заставить ее, чтобы она решала так, как учительница хочет, так как она решает. А Маргарите нравится больше решать, как я ее научила. Как нас учили в школе. И я ей говорю, что решай, как тебе удобно. Самое главное, чтобы был ответ правильный. А если она начнет за решение твое занижать тебе оценку, то мы пойдем к директору. Потому что ребенок может решать так, как ему удобно. Ей очень удобно решать моим способом. А тем способом она сидит долго, думает, не может никак сообразить. Я даже не знаю другого способа. Вот нас как учили в школе, так вот я ее научила теперь. Теперь ее пытаются переучить, но не получается. Сидит ребенок, играет. Эй! Она снег кушает. Дождь. Ребят, посмотрите, какой снег. Мама, она ушла. Он прям липкий. Мама, пойдем к Бонни. Ой. Мама. Прям в глаз попала. Она не убежит, не бойся. О, все, повалился колобок. Бонни, Бонни, ищи, давай. Хочешь кушать, говорит. Мячик, где мячик? Мячик она нашла. Ой! Я пошла. По-моему, мне пора. Нет, я с камерой. Нельзя. Давай снеговика лепить. Не вздумай. Камера дорогая. Маргарита, у меня штаны же, блин, нет, они зимние. У нас тут сноуборд стоит. Маргарита, может, ты здесь покатаешься? Ксюша. Мама! Ой, Ксюнчик с хвостиком. Девчонки решили построить домик из снега. Но снега нужно много. У нас есть много. А это у нас пожиратель снега. Ее зовут Ксюша. Это вот так, тебе нравится с мячиком играть. У нас Джуди. Вон тогда бежим. Смотри, как она. Как я тебе помогу? У меня нет перчаток. И мне холодно уже. Мама, помоги, пожалуйста. Что? Хорошая глава. Вот я на том копаю. Бонни. Что там? Она что-то там нашла. Там сеточка. Смотри, сетка. Там сетка, Бонни. Смотри. Кто там? Ой, там горочка. Кто там будет? А? Смотри, что там? Она там копает? Да. Могу. Да, вот так вот таскай ведрами. Где ведра? Что за ведра? А почему такой большой домик? Вам снега не хватит? Ну, я знаю, я и говорю. Нет, Маргош, не хватит. Да, хватит. Мам, у нас тебе там... Тебе крышу еще... надо делать. Ты что, с ума что? Сошла? У нас там еще... А кто это почистил? Этот батут? Да. Ты? Ух ты! Ой, сколько много. Эй. Да, Бонни там писит, какает, а папа там сейчас. Слышь, не сюда убрал. А там какашки убрали?
знаю. Там были какулики. Сейчас они... Вот тут можно горку копать сразу. Видишь, папа как хорошо делает? Смотри. Папи, мультики, дито на пуэрта. Папи. Папа консуманно. Там тяжело с ручками, Каролина. Они еще строят. Посмотрите, что они сделали. Где они все? А, вон они там. Осторожно. Я вижу что-то. Так, у нас ужин. Маргоши нет еще. Во сколько она придет? Маргарита ушла на танцы. Не может быть, часов 7, наверное. Мы сели кушать, потому что мы ждать не можем. Сегодня у нас картошечка с духовки и грудка индюшки. Индюшка. Так, ну время у нас сейчас 7 часов. Мне кажется, она уже сейчас придет. Ну хотя бы где-то через полчаса, это точно. Давай. Вкусно? Так, кушайте. А там что за заяц сидит ушастый? Кушает. Тоже кушать будет? Пришла Маргоша. В маске. А что ты на улице в маске? Я забыла снять. Это с самих танцев? А вы танцуете в масках? Иногда. Да? Это же тяжело. Смотри, как у тебя куртка стерлась. Все, уже ее надо. Не знаю, я тебе говорила. Уже все. Отслужила свою курточка. Ксюша, что с тобой? Ксюша, ты позеленела? Да. Зачем? Пить боль. Ты обжорка маленькая. Ты кушаешь много, обжорка? Ну, очень много. Обжорка. Надо заказать. Покажи мне, какой там. Ну-ка. Чау-чау. Нет, чихуахуа. Вот такой вот Royal Canin. Бонечка! Бонечка! Самая хорошая. Бонечка! Да. Но нам говорят, что вот этот корм самый хороший. Другие нам, из какашки сделали. Маргариту я не показываю, потому что она с макияжем. Мы снимали видео на канал ее. Она повторяла макияж знаменитостей. У-ху. В общем, у нее сейчас прикольный макияж. Не покажу. У меня ноготь поломался, смотрите, как. Знаете, как было больно. А видео у Маргариты выйдет, знаете, когда? В субботу. Поэтому ждите. Она повторяла два макияжа. Помнишь, как она только с рук кушала? Да. До сих пор любит кушать с рук. Пинцетом. Чему я собака? Такая вкусняшка. Она раньше только вот маленькая была щеночком, кушала только с рук. Все, готовы? Завтра последний день в школе и каникулы. Ну что, ребята, завтра последний день в школе. В школе, но я не радуюсь, потому что не завтра контрольную по английскому. Но она не сложная, я знаю, потому что я это все умею. Эй. Не хочу, Макс, уйди, пожалуйста. Не хочу, я хочу спать. И спать. Близняшки. Всегда, когда я хочу чипсы, я их нюхаю. Ой, как вкусно пахнет чипсами. У нас сейчас будут каникулы, поэтому я так думаю... Ой, каждый день. Да, у нас будет времени побольше, девчонки будут дома, поэтому постараемся снимать каждый день. А Ирина, сестрички, Лафина, мой канал, Ирина, Ксюшенька, но мы будем побольше снимать. Всем пока, вот, Каролина. Вон, Каролина тоже говорит пока. Пока. Пока.